предупреждаю. Нашли в лесу? Вчера сделали его, да? Нет, вообще не видели. Значит, зачем же вы тогда навивались на себя-то? Значит, если вы его нашли в лесу, это уже означает кража госимущества. Соответственно, другое. Вот она, и нигде выхода нету, ни в зале нету, ни тут, в другой. Тут одна, да, тут выходная. Это внутри. Она вошла сюда, попала в легкое. В легкое. Это входная, да. В легкое, это выходная из легкого. Вот она. Значит, предположительно выстрел сделал из нарезного оружия. У него сердце, ну, смотрите, вот, сердце не задето. Видишь, специалистка, кровушку вытряхнул, все как положено. Власть принадлежит государству. Вы его залетели с места. Да вы хотели в отдел полиции довести, не успели просто. А почему отдел полиции? А откуда вы его везли? Место где-то, показать можете повернуть? Ну, сейчас в темноте, сейчас, нет, наверное, в тот раз, может, найду, чем-то увижу. Откуда это? С какого населенного пункта? Межнаселенного пункта? Это допрос или что? Я вам официально задаю вопросы. Я отказываюсь от них отвечать. Можете, имеете право, значит, будем разбираться досконально. Ну, что делаешь? Будем разбираться досконально. И с Новиковым конфликт у него был. Михаил Александрович, ведомственный ерех, ведомственный. То же самое уже, он уже поднадоел мне, если честно. Браконьерить. Ладно. Угу. Пока не прощаемся. Хорошо.